Уже второй раз в этом году епископ Смоленский и Вяземский Сидор и священнослужители епархии принимают участие в добровольной безвозмездной сдаче донорской крови. Об инициативе духовенства и сотрудников Смоленского центра крови рассказывают наши коллеги из телестудии «Святой Меркурий». Как и в прошлый раз, епископ Исидор вместе с духовенством и всеми пришедшими совершить благой акт прошел регистрацию и медицинское освидетельствование, после чего также сдал кровь. Как отметил архипастырь, священство своим примером должно оказывать всем людям действенную помощь, совершать дела милосердия. Мы, духовенство Смоленской епархии, принимаем участие в сдаче донорской крови, для того, чтобы помочь людям, нуждающимся в ней, и проявить тем самым не только на словах, но и на делах нашу заботу о людях, и не только на словах, но и на делах подтвердить божественное слово конкретным деянием милосердия. Это стало уже хорошей традицией, это уже повторно мы встречаем их у себя в центре. Очень рады, что не все регионы могут похвалиться такой тесной связью, как мы, с церковью нашего региона. Поэтому нам очень приятно, и мы думаем, что такие добрые дела, они будут постоянными, регулярными. По словам сотрудников Центра донорской крови, подобные акции вдохновляют людей, подвигают их на благое дело. Ведь сданная кровь – это часто чья-то спасенная жизнь. Большое количество доноров, бескорыстно сдающих кровь, составляют студенты Смоленской медицинской академии, а также сами врачи. И очень отрадно, что совместное сотрудничество и взаимодействие медиков и духовенства дает свой результат. И все больше смолян откликается на призыв сдать донорскую кровь. Правящий архиерей преподнес в дар Смоленскому центру донорской крови казанский образ Пресвятой Богородицы, пожелав им помощи и заступничества Царицы Небесной в их благородном труде. В знак признательности за внимание архипастыря и епархии к делам и проблемам донорства, а также за действенную личную помощь, сотрудники центра преподнесли его преосвященству и духовенству, сдававшему кровь, памятные сувениры и подарки. Я призываю всех смолян, неравнодушных к друг другу, к помощи ближнему, прийти и по возможности принять участие в акции сдачи донорской крови. Божие всем благословение.